Юнни говорит на русском, они не говорят на корейском, я не знаю, но как-то они разговаривают. В Казахстане какой-то сетевой маркетинг. Привет, дорогие! Мы прилетели в третий город в Казахстан, Шымкент. Как только прилетели из Алматы, такие дворцы вижу. Говорят, это для Тоя, свазовый. Друг Асана так нам дали такую большую комнату. Дорогие, это самая страшная туалетная бумага. Очень тяжело, очень. Поэтому я сегодня сразу купила новую. О май гад! Первый день был в Шымкенте, такой спокойный, хороший город, какой-то тихо, чем Алматы. Это какой вид вообще? Доброе утро из Шымкента. Теперь вижу, немножко здание отличается от Алматы. Очень жарко. Полосы уже сушились. Тебак, да. Думаю, у меня не нужно фен. Да, я тоже. Даже не делала пудру, но уже тянет кожу. Короче, тут очень много частных домов, поэтому как будто не центр, как Европа выглядит. Выбираем меню. Первый день в Шымкенте. Мы прилетели вчера ночью, и цены тоже намного дешевле. Но очень сильно сушит кожу. Но хорошо, что я не потею тут. И главное, нет комаров. Дорогие, Юн говорит, что тут нельзя намазывать кремом. Просто он не сушит губы, поэтому я пыталась намазывать ему бальзам. Но он говорит, что тут не делай. Шымкент. It's okay. Go. В машине ездят, когда зеленый. Ладно. Они очень быстро едут. Уже? Они стоят, когда зеленый. Do you know? Ну, они как... Тут очень надо осторожно. Потом мы гуляли по Арбате в Шымкенте. Это вкусно. Very tasty. Что, сильно? Кислый. Тебе нравится? Ну, мне нормально. Очень кислый. Да, да, да. Мы в Шымкенте. Очень красивая полиция. Шымкент намного спокойнее и тихо. Очень. И мы позвали такси в Starbucks поесть. Здрасте. Да. Шымкент жара забирает от меня всю влажность. Жарко. Сил нету. Хочу пить постоянно. Чего это? Шоколад, банан, про пучино. Пьяный чай. Ну, бэк. Это пьяный латте. Пьяный латте. Пьяный. Сейчас его. У нас нет такой вкус, скорее. Уже время 6:40. Нужно теперь гулять. Очень странные корейские косметики. Это что-то. Пидёбл типорос баскетты мою. Игун пайгу. Билану пельгадыля. Я думаю, это... Не корейская. Ну, корейская косметика, все это дороже тут. Ну, не качественно основу. Шымкент은... Алматы랑 달라. Алматы는... 약간 도시. Алматы чуть-чуть город, да, красиво. 여기는, 약간 도시 살다가 돌아온 나의 고향. Шымкент очень щедрый, специально для юного приготовили рис. Вареный рис, курица и машрум.
Стась, скажите, пожалуйста, что это такое? Везде в туалете есть. На гене друга. Это очень необычно. Юбилей друг другу, друг друга. И мы тоже приехали встретиться. Тут очень много еды разные. И очень вкусные, поэтому я много кушаю, кушала. Это как курс соленый? Буду попробовать соленый огурец. Соленый. Что будет пить? Виски, кола. Чуть-чуть вино. Красное и белое. А белое? Юнь начинает положить. Идет? Асан, это той? Это день рождения, юбилей. День юбилей. Да, юбилей. 30 лет сегодня исполнилось нашему другу. А, поздравляю. Юн, Асан's friend, Асхат, his friend's birthday. Бесконечно дадут еды. Вау. Вау. Очень любят друг друга, когда нашел свою сторону. В Корее такая милость и нежность я заставляю. В будущем он будет чимкенский. Он чимкенский. Чимкен что делал Юни? Он отказывается, когда я намазываю крем, когда мы позируем милой нежностью, он не хочет. День рождения у великолепного человека. Давайте его очень громкими, бурными овациями поздравим. С днем рождения, Дауле! А теперь вот другой. Юн сам сюда туда ходит. Юн не говорит на русском, они не говорят на корейском, я не знаю, но как-то они разговаривают. Сегодня... Еще на юбилей делает игру. Что это? Это у вас ситуация быстрее. Это хот-дог. Вы уверены, да? Это не собака на вертеле. Да! Да, шикарно. Чья картина, внимание, что это такое? Как называется блюдо? Бешбарма! Давайте поаплодируем ему, друзья. Полные овации, аплодисменты. У нас небольшое кулинарное шоу специально. А? Юн в душе чимкенский парень, очень горячий, с хорошей душой. Рыба. Ты что, Юн? Thank you. Я думаю, я очень хорошо кушаю, кроме морковки. Все вкусно, мне все нравится. Наверху очень классно. Да. Чимкен лайф. Много пить, много кушать, много пить, много кушать, отдыхать. Чей пока пьёдоня? Сурил машинка, нам даже кинь онога пьёдо. Кинь. Ой, хамера, ой. Сейчас нам нужны самые позитивные. Еще меня позвали играть. Аккуратнее. Наблюдаем. Поехали.
всеми подружился. Он переживал, потому что нет друзей в Шымкенте. А, подождите, не включайте. Когда мне хочется спать, дают еду. Еще когда мне хочется спать, еще дают еду. Вот так я просыпаюсь. И заплакал, одел ей качок, сжимал руки, но... Дорогие, у меня уже второй день в городе Шымкенте. Я хочу рассказать, тут очень гостеприимственный народ, и тут люди очень важно думают о гостей. Вообще, когда я хожу, просто люди приглашают к ним домой. Хочешь покушать или куда-то хочешь посмотреть город, люди такие добрые. Тут как только я говорю, что я из Южной Кореи, люди приближаются как ангелами. Им интересно общаться, они хотят, чтобы туристам приятно было посетить в Шымкенте. Особенно в Шымкенте очень популярна той культура. Вы же знаете, корейская свадьба как максимум 40 минут клубов, а тут просто вечеринка. Ой, мне кажется, это круто. Еще в Казахстане какой-то сетевой маркетинг. Если я договорилась встретиться с другом, тогда он придет с его другом. Потом его друг тоже позовет его друг. Потом твой друг, это мой друг. А потом твой друг, это тоже мой друг. Вот так идет сетевой маркетинг между людьми. Потом это уже мой друг. А потом я думаю, твоя дядя будет мой дядя. Очень интересно. И следующий день мы решили поехать посмотреть достопримечательности в Шымкенте. Туалет на улице я не могу. Природа это везде. Пещера, поэтому мы приехали. Говорят, что это очень святая пещера, поэтому люди молятся. Мы обратно вернулись, покушали, и на такси мы встретились. Брат, ты чё пугаешь? Ты чё, на корейском говоришь? Да, я 4 года в корейском. Ну, это Саня Фарасе. Он наш подписчик, узнавал Юна и... Последний день в Шымкенте. Юн очень не хочет улетать. Да, да. Друзья появились. Bye-bye! I will come next year. What about me? Давай! Шымкент. My hometown. How was the jubilee wedding? Really fun. Ждем сейчас очередь. Наш полет в аэропорте Шымкенте. Мы? Всего хорошего. А, thank you. Я пру. Шымкенте 와서도 이렇게 사람들이 있는 거면 와. 엄청 찾아오네. 진짜 착하네. 그치? 너무 일하는 직원분이 독자라니. 바이바이. 왼쪽이 조금 바이바이 Шымкент. 우리 베르니엄 샤이쇼.